Телеведущая публично пошла против своих многолетних принципов. Лариса Гузеева попала на телевидение за счет пробивного характера и умения отстаивать свою точку зрения, чем она неоднократно гордилась. Однако недавно телеведущая показала себя с довольно лицемерной стороны, отказавшись от ряда своих принципов, а также устроив настоящие разборки с фанатами в соцсетях. Причиной всеобщего раздора выступила обычная фотография, которую Лариса загрузила в своем инстаграм-аккаунте. Внимательные подписчики Гузеевой сразу же заметили, что на снимке она предстала в образе перегидроленной блондинки, а именно таких девушек ведущие шоу «Давай поженимся» регулярно унижала в эфире передачи. Кроме того, фанаты усмотрели и утиные губки, что также неоднократно высмеивало Гузеева у героинь телешоу. Все замечания по поводу своего внешнего вида Лариса признавать отказалась, намекнув, что она на самом деле завидует многим девушкам, которых критикует. Подобных изречений от столь авторитетной телеведущей ее поклонники попросту не ожидали, из-за чего Гузеева мгновенно упала в глазах массы ее почитателей. Однако, на этом ведущая останавливаться не захотела, и когда ее сравнили с Надеждой Кадышевой, она и вовсе перешла на нецензурную брань. Такой агрессией Гузеева, очевидно, хотела доказать, что Кадышева, которая уже давно примерила на себя образ старушки, ей в подметке не годится, совсем позабыв о том, что известная певица – ее ровесница. Что касается поклонников Ларисы, указавших на ее агрессивность, им Гузеева попросту порекомендовала не нарываться и не ждать очередной нападки с ее стороны. Похоже, образ уверенной в себе женщины Гузеева носит лишь на телевидении, а в жизни ее характер критически далек от совершенства.